карандаши. Ластик, простой карандаш, линейка и четыре ручки. Синяя ручка, когда мы пишем по-обычному. Красная ручка, когда мы выделяем гласные. Черной ручкой мы почти не пользуемся. А зеленой ручкой мы пишем промежуточные ответы в пример. Либо тоже выделяем гласные. Еще мы можем даже написать зеленой ручкой словарь, либо тему уроков. Электронная карта. Электронная карта – это такая карта, которую надо прикладывать, и тебя пропускают в школу. Ее не на... просто нельзя забыть, а то тебя не впустят в школу. Родители в школу не пускают, но на этой карте можно положить денежки. Если дополнительные занятия, можно сходить и в столовую покушать за денежки. Это будет один. Дальше. У нас оценки в первом классе не ставят. Диктант в конце года. Там надо было написать на таких листочках с заданиями. Вот, у меня 9 баллов по русскому, 9 по литературе баллов и даже по математике 9. А там максимальные были баллы 10. Это был 1 сентября такой праздник в нашей школе. Там танцевали, пели и даже показали сказку. Про ленивого Вовку. Он там хотел быть королем, там еще три девочки. Они там что-то ему сделали и... Вовка ушел, это было давно, поэтому я не очень помню. Сменная обувь. Сменная обувь у нас хранится в таком мешочке. Она называется сменка. Туда ложат туфельки. Потом, когда приходят в школу, эти туфли одевают, а эти ботинки ложат в этот мешок, сменку. Какие у меня уроки? У нас есть урок. По понедельникам у нас английский, окружающий мир, физра и математика. Вторник у нас русский язык, литература, математика и либо еще раз русский, либо литература. В среду у нас математика, русский, литература, окружающий, физра и дополнительная математика. В четверг у нас математика, русская литература и ЗО, либо русская, либо литература опять. А пятница у нас математика, русская литература, литература, либо русская опять и технология. Дополнительные занятия. У нас в школе некоторые ходят на ЗО, кто-то ходит на танцы, кто-то ходит на баскетбол, кто-то на карате или английский, как я, например. Я хочу на карате президенция даю пятницу. А хожу на английский вторник, четверг. У нас классом 25 человек. Некоторые пришло 5 человек из садика, а некоторые я познакомила в школе. Мои лучшие друзья, которые я гуляю, Лида, Борислав, Настя, которая сижу по парте, Алина, Нурлан и Нургуль. Классные у меня друзья. Вот я все вам рассказала. Всем пока!